Партнер программы – туристическая компания «Спутник». Все страны мира, все виды отдыха. Летний сезон отпусков заканчивается, а значит, пора задуматься, куда же отправиться отдыхать осенью и зимой. Сегодня я хотела бы познакомить вас с миром экзотики, с удивительной страной улыбок – Таиландом. Таиланд – это страна бесконечного разнообразия и фантастических контрастов. Он завораживает каждого, кто приезжает сюда с самых первых минут. Таиланд – это встреча со сказочным королевством, встреча с вечным летом и теплым океаном, где можно забыть обо всех заботах и с головой окунуться в праздник души и тела. Таинственные буддийские храмы и коралловые рифы, крокодиловые фермы и тропические растения, тайский массаж – блюда тайской, китайской, корейской, японской кухни производят неизгладимое впечатление на туристов. Таиланд называют страной улыбок. А все потому, что в глаза бросается множество улыбающихся людей. Улыбка на лице тайца неизменна. В Таиланде вы почувствуете себя желанным гостем. Вас ждет поистине райский отдых, ведь именно Таиланд – страна путешествий в вашу давнюю мечту. Отдых в Таиланде всегда получится особенным, испортить его не смогут ни сезон дождей, ни жара. Курортный сезон в Таиланде начинается с середины октября, а заканчивается в середине апреля, так же, как и полетная программа из города Ростова-на-Дону. Из Ростова предлагаются туры с перелетом в столицу Бангкок и на остров Пхукет. В этом году первый вылет намечен на 18 октября. Предлагаются туры на материковую часть, совмещение отдыха в Бангкоке и Паттайе, острова Пхукет, Краби, Самуи и многие другие, а также интересные комбинированные туры. Отдых в среднем рассчитан на 12-13 дней с перелетами до апреля 2015 года. Пляжи Таиланда – одна из главных достопримечательностей Азиатского королевства. Это идеальное место отдыха для любителей пологого спуска к воде, песчаной прибрежной линии, прозрачного и теплого моря и потрясающих пейзажей вокруг. Все пляжи в стране песчаные. Большинство местных пляжей муниципальные. Пользование зонтиками и лежаками на них платное. На тех немногочисленных пляжах, территория которых принадлежит отелям, пользоваться пляжным инвентарем можно бесплатно. Любители развлечений могут отправиться на остров Пхукет, где расположены самые многолюдные и оживленные пляжи страны, в непосредственной близости от которых уютно разместились различные развлекательные заведения, рестораны и бары. Тем же, кто предпочитает более уединенный отдых на почти нетронутых человеком пляжах, стоит выбрать для отдыха остров Самуи, а для практически полного уединения стоит выбирать пляжи небольших островов Сиамского залива. Для тех, кто любит сочетать пляжный отдых с погружениями под воду, хорошо подойдет остров Катао, где расположено около 20 дайвинг-центров. Основой тайской кухни считается рис, причем в каждом регионе Таиланда отдают предпочтение своему сорту. Второй не менее важный ингредиент – смесь пряностей карри, которую часто варят на кокосовом молоке. А вообще тайская кухня – это смешение гастрономических традиций Малайзии, Китая, Бирмы и Лаоса. В стране популярны блюда из морепродуктов, а вот мясо традиционно считается предметом роскоши. Также можно попробовать огромное количество блюд из лапши, в основном рисовой. Из первых блюд непременно стоит попробовать знаменитый суп том-ян с креветками или менее известный, но не менее вкусный, том-хакай из курицы с грибами. К выбору заведений общепита в Таиланде следует подходить избирательно. Открытых дешевых ресторанов лучше избегать.
В Таиланде, пожалуй, самый большой выбор фруктов во всей Юго-Восточной Азии. Всегда свежие, разнообразные и очень вкусные тропические фрукты. Желтый манго, личи, мангостины, рамбутаны, ананасы. И это совсем не полный список многообразия, который предлагает Таиланд своим гостям. Таиланд – лидер по посещаемости среди стран Юго-Восточной Азии. Тысячи буддийских храмов и монастырей, великолепные дворцы в Бангкоке, пляжи Паттайи, Патонга, Самуи и Пхукета, бурная ночная жизнь с самыми разнообразными шоу и развлечениями, знаменитый тайский массаж и боевые искусства, катание на слонах, превосходные условия для дайвинга, уникальные плавучие базары и сотни экзотических необитаемых островов. Все это привлекает внимание миллионов туристов. Пожалуй, только в Таиланде за один день можно посетить заповедник дикой природы, салон массажа, посмотреть эффектные шоу со слонами, змеями и крокодилами, а еще полюбоваться древностями. Курорты Таиланда – одно из самых лучших мест в мире для дайвинга и снорклинга. Королевство омывается с юга Сиамским заливом Южно-Китайского моря, а с запада – Андаманским морем. Большинство дайвинг-центров расположено в Паттайе и на острове Пхукет. Еще одно удовольствие – тайский массаж. Искусство тайского массажа насчитывает уже несколько сотен лет. Мастера веками оттачивали его в буддийских монастырях. Когда будете в Таиланде, непременно испытайте на себе его чудотворное действие. Подводя итог нашего знакомства, хотелось бы сказать, что в Таиланде вас будут сопровождать волшебные цветы, экзотические фрукты, таинственные буддийские храмы, коралловые рифы, многочисленные пляжи и бары, приветливые и веселые местные жители. Все это сделает ваш отпуск незабываемым, и я уверена, вам захочется возвращаться сюда вновь и вновь, окунаясь в мир экзотики. Мы ждем вас в туристической компании «Спутник». Приятного путешествия! Программы – туристическая компания «Спутник». Все страны мира, все виды отдыха.